Друзья, мальчик Вася, который в прошлый раз забыл поставить пальчик вверх и целый день ходил грустным, превратился в зомби. Вот он, посмотрите. Это кошмар. Надо ему чем-то помочь. Ребята, Васин друг Валерка объел себе конфет и стал тоже зомби. Аришечка. Что? Тебе не кажется, что мы с тобой помешались? Просто помешались на зомби. То растения против зомби, кучу игр играем. И теперь у нас Вася и Валерка тоже стали зомби, мы будем им помогать. Кажется, мы помешались на зомби. Аришка, с этими друзьями произошло не все так просто. На самом деле их захватил вирус зомби. И они превратились в зомби, но они еще не настоящие зомби. Ими еще можно управлять, и они еще могут стать нормальными. Поэтому мы, папа и дочка Аришка, отправляемся в игру для того, чтобы помочь Ваське и Валерке превратиться обратно в нормальных мальчиков и, ну, и победить, в общем. Будем помогать им? Да. Хорошие денечки. С каналом Папа и Дочки. Всем привет! Вы на канале Папа и Дочки. Вот они, наши ребята, и это игра на двоих. Мы сейчас с Аришечкой будем пробовать. Смотрите, мой, значит, зомби умеет кидать камешки, а ты-ка нажми вниз, Ариша. А зомби Аришки умеет кидать палкой. Камешек, правда, летит сразу на землю. Бух. Ариша, зачем ты в лазеры попала? Тебе надо рычаг нажать, чтобы меня выпустить. Ага. Давай, лезь наверх, прыжок. Нет, не в бок, а просто, да, теперь вон лезь к рычагу. Так, так, давай и на рычаг нажми. Есть, есть. Все, спасибо, ты меня выпустила. Так, аккуратно. Так, 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 давай я нажму и заберу. Давай ты на... Нет, нет, ты иди в другую сторону, вон направо кристаллы собери. Вот эти вот, которые сверху. Хорошо? А я, который слева соберу. Бамс. И бамс. И ура! Мы прошли первый уровень на пути к спасению мальчиков, зомбиков. Следующий уровень. Отправляемся. Ариша, смотри, тут серьезное испытание. Заберись наверх. А, это я. Тебе надо собрать тот кристалл, если сможешь. Так, все. Так, будь там. А я сейчас постараюсь помочь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Смотри, звездочка летит. Фух, я думал, сейчас побреть. Тебе причесала. Чуть не причесала меня, да. Тебе причесала. Причесала, да? Аккуратненько мне прическу поправила. Так, давай. Осторожней. Давай, Вася, аккуратнее. Эта палка ломается. Ломается, да? Да, а. Это я здесь подставила. Есть! Мы прошли еще один уровень, еще ближе к победе. Дальше? Да. Да. А, ребята, дальше? Да. Давайте поставим пальчик вверх, а мы поехали. О, смотри, инопланетянин. Аришка, здесь также шипы. Так, ладно, я пошел к инопланетянину разбираться. Оу! Он со мной разобрался. Я опять к инопланетянину. А я к шипам. Ты к шипам, ты не прыгай в шипы, это же опасно, Ариша. Я такая... О, дыщ! Есть, я уничтожил инопланетянина. Ты лучше туда не иди, а то там эти... грустные лазеры всякие. Смотри, бомбы. Ты зачем пошла в лазеры? Оу, а попробуем-ка еще разочек. И на тебе, инопланетянин, получай. Так, 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 так. Там какие-то бомбы опасные. Ну-ка сейчас посмотрим. О, смотри, тут бомбы, которые не хотят, чтобы я проходил. Ёлки-палки, а ты можешь стрельнуть палкой своей? Ну-ка стрельни вниз. А, нет, только мои камни останавливают. Тыщ, тыщ, тыщ. Ладно, я аккуратненько сейчас. Я пока попросаюсь палками. Хорошо, Аришка, смотри, мне каким-то образом надо перебраться. Я, наверное, умею на камни вставать. А нет. Фух, так. И... Да! Мы прошли еще один уровень. Интересно, что же нас ждет дальше? Какие приключения? Давай посмотрим. О, мальчик из Майнкрафта или кто это? Робот. Какой-то, да. О, теперь ты в ловушке, Аришка. Выпустите меня. О, я на краешке. У меня тут звездочка летает, Арина. Смотри. Ага. Наглая звезда. Колесо. Так, кнопочка. Что она сделала?
А она убрала эти штуки, шипы снизу. Так. А! Фух! Чуть шип не поймал. Так. И так. Эй! Тут тоже меня выпустили. Париша, тут бомба. Ау, бомба взорвалась. А как ее? Как ее снести? Ребята, давайте попробуем еще раз. Так. Есть, одну бомбу взорвал. Эх, жаль. Ну ладно, главное, одну взорвал. И теперь жду, пока пройдут эти. Чик-чик-чик-чик. Фух. Так, Ариш, смотри. А, внимательно, аккуратненько собери тот кристалл, ладно? Подожди, шипы когда уйдут. И тогда перепрыгивай. А? Фух, собирай кристаллы. Все, стой, больше никуда не ходи. Теперь только... Я только на ту лавку. Не надо, не надо. Вообще стой. А то упадешь нечаянно, и все, нам придется все заново проходить. Так, 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 так. Инопланетяне, держи камень. А, ему пофиг. Ребята, меня убил инопланетянин. Ладно, перематываем сюда. Так, 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 так. Есть, я уничтожил. И собираем последний кристалл. Да! Удалось пройти этот уровень. Да. Это было сложно. Давай, 5000. О, моя рука. Молодец. Ты сильная, сильная. А, за Валерку кто играет? Да, я за Васю. Васю, который не поставил пальчик вверх. Кстати, ребята, вы поставили пальчик вверх? Хорошо, мы продолжаем. О, сколько много кристалликов. Ты вон справа стоишь. Перепрыгивай, кнопочку нажимай. Не туда перепрыгивай. Ау, не в ту сторону Ариша пошла. Ладно, попробуем еще раз. Аришка, нажимай на эту кнопочку. Мне нужна твоя помощь. Так. Молодец, стой, не шевелись. Сейчас я нажму свою кнопочку. Все, теперь ты можешь спуститься, и тебе надо собрать кристаллики. Только будь осторожна, хорошо? Угу. Так, все, я надеюсь на тебя. Так, я уничтожаю своего инопланетянина. Ура! Я уничтожил инопланетянина. Ура! Так, 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 так. Аккуратнее, эта звездочка обратно летит, Аришка. Забирай кристаллик, возвращайся к этой штуке, но не заходи туда. Нет! А, ты сейчас хочешь выпрыгнуть? Подожди. Да, все, все, стой, не шевелись, Арина, не шевелись, не шевелись. Все, теперь все будет хорошо. Все теперь будет хорошо, теперь мы победим с тобой. Сейчас уйдут мои шипы, и я собираю кристаллы. Да, мы прошли уровень, да. Давай, отлично, мы команда с тобой, да? Вася и Валерка прошли еще один уровень, они хотят стать обычными мальчиками, а то они превратились в зомби от вируса зомби. И все, дальше? Да. Ребята, дальше. Что нас ждет дальше? Так, 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 так. Это что за такие штуковины? Где? Так, бомбочки. Вот. Мне надо добраться до кнопочки. Я вижу, какая-то кнопочка. Есть, я нажал, не знаю, что это значит. Папа, я не могу никуда идти. А подпрыгни. Подпрыгивает. Оп. Ты не можешь выбраться? Да. А стрелять в нее можешь? Стреляй. Сейчас. Дынс, дынс, дынс. Еще. Еще, еще. Есть! Ты можешь сносить, Ариша, ты суперсильная. Твои палки-копалки сносят всякие препятствия. Я пока не буду на эти... Убегай! Ариша, ну что ты дождалась? Так надо было подпрыгнуть. Аришка, что ты ждешь? Звездочка тебя. Чик-чик-чик. Попробуем еще раз. Давай, попытка номер 2. Тра-ля-ля-ля-ля. Тра-ля-ля-ля-ля. Так-так-так-так. А, так, Вася, давай вперед, Вася. Василий. Валерка. Валерка твой тоже должен не подвести команду. Привет, Вася. Так, тебе надо сначала вон тот кристалл собрать. Вон тот, который вот этот вот. Его надо собрать. А для этого наступаешь на вот эту, перепрыгиваешь сюда и встаешь на эту. Давай. Давай. Вставай на эту. Вставай, перепрыгивай. И вставай на эту. Все, нормально, стой. 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 Фух. Фух. Я буду ждать здесь. Тогда. Нет, 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 давай я тебе помогу. Тут определенная стратегия. Надо вот так вот раз, вот так вот. И два, смотри, ты спускаешься вот сюда. Чик собрала. Теперь надо дождаться, когда уйдет звездочка в ту сторону. Дождаться, когда уйдут лазеры. Дождаться, когда уйдут лазеры. Вот, ждем, сейчас лазеры появятся, уйдут. И тогда мы спрыгиваем. Йуху! Все, ты свою миссию выполнила. Теперь все зависит от Васи. Давай, Васек. Фу. Вася, 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 так, Вася, так. Вася, Вася. Бамс, Вася. Бамс, есть. Я пробился и собираю кристалл. И ура!
мы прошли следующий уровень. А давай посмотрим, сколько мы прошли, а то непонятно, Даша. Так, переходим, давайте в меню посмотрим. О, здесь уровни могилки, ребята. 1, 2, 3, 4, 5, 6 мы прошли сейчас в 7 уровне. Ну давай отправляемся в 7 левел, посмотрим, что там. Оу, тут все. И инопланетяне, и шипы, и лазеры. У-ху-ху-ху. А здесь бомбы. И тут лазеры даже не отключаются. Папа, что? Я не могу бомбы. Жди, жди, когда я тебе помогу. Так, жди, когда я тебе помогу. Я могу тебе помочь, Аришечка. Так. Я отвернусь от бомбы. Сначала я соберу вон тот сверху. Вон тот сверху соберу. Вот эти вот, ребята, кристаллы, которые сверху, я их соберу, потому что потом я сюда никаким образом не заберусь. Ну-ка, камни, бах! 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 Только я могу. А как тебе сюда забраться, извините? Надо же сначала, чтобы ты меня выпустил. Так я тебя выпущу, а как ты туда заберешься? Наверное, кнопочка даст забраться. Ну, сейчас попробуем. Ребята, все... Тут стратегия изменилась немножко. Мы сейчас будем... Так, я сначала попытаюсь... Я по потолку хожу, ребята! О-о-о, меня не видно. Подпрыгни. Подпрыгнул. О, есть, да, то есть мы сможем вернуться. Сейчас уйдет эта штуковина, я ее... Хоп-хоп, бомбы. Бах, жди, жди, еще не все. Сейчас я встану на эту штуку и тоже бомбу. Бах, взорву. Есть! Все, Иришка, ты... Так, вот на эту штучку, да, вот так вот, бац, и сюда. Ой, давай еще разок, попытка номер два. Давай. Бац, и сюда. Да, стой, теперь я тебе помогу забраться, потому что это будет опасно, очень и опасно, очень сложно, да. Тут нам надо будет действовать опять командой. Смотри. Так, я тоже за тобой иду. Чуть не это. Подожди, подожди, и теперь... Смотри, вот, уничтожай, пожалуйста, вот эти штуковины, да. Уничтожай, бамс, бамс, бамс. Твоя помощь очень сильно нужна. Вася, давай, Вася, вперед. Фух, отлично. Так, отлично, Аришечка. Теперь моя очередь. Я буду сейчас кидаться камнями. Бамс, есть, инопланетянин уничтожен. Забираем кристалл. Ура! Кстати, да. Ребята, задание такое. Напишите, в какой игре два персонажа собирают кристаллы. Первые попадут в следующую серию. Все, кто правильно ответит, получат лайк, сердечко от канала. А мы с тобой продолжаем, да? Да. Вот так мы хитро сегодня в игре прям задание дали. Давай следующий уровень посмотрим, что там. Вот сколько кристаллов, море, а мы с тобой, смотри, заперты. Так, здесь аккуратнее, аккуратнее. Я лучше здесь постою. Постоишь там? Хорошо. А мне твоя помощь разве не нужна будет? Ай-яй-яй, звездочка летит. Ариша, будь осторожна, не подпрыгивай. А то вот эта звездочка бензопила может таких делов наделать, что просто ай-яй-яй. О, мне прочитала прекрасно. Бамс, бамс. Есть кнопка, есть, нажал. Нет-нет-нет-нет-нет! Фух. Он костями кидается. Он костями кидается. Костоброс какой-то. Это скелет. Скелетон. Я тебе брошу сейчас. Подожди, сейчас я камень новый сделаю себе. Так. Йо-ху! Давай, 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 давай. Да, получилось. Ладно, ждем, когда этот... А мне пусть чешет прическу. Арина, тут я без тебя ничего не смогу сделать. Знаешь, почему? Почему? Тут нужна твоя помощь. Какая? Есть. Фух. Арина, тебе придется перебираться сюда. Смотри, вот эти штуки, они проламываются только под тобой. Какие? Зеленые штуки. Они только под тобой ломаются. Все, я спускаюсь сюда, и мне отсюда уже не выбраться. А хотя я сейчас попробую на камень встать. Там камень. Как помните, Хиру и Бэма? Эх, не получается даже с камня. Эть. Так, еще разок. Поднатужимся. Эх, Вася, Вася, не можешь ты прыгнуть. Ладно, Аришка, давай я тебе помогу. А то я так далеко прошел, сейчас Ариша еще нечаянно это, ну, попадется. Проиграю. Да, проиграешь, и будет очень грустно. А мы не хотим грустить, верно? Пшить. Да.
Так, все, перепрыгнул. Раз, два, звездочку перепрыгнул. Теперь вот эту перепрыгиваю. Жду, когда верхняя пролетит. Она меня раздражает. Она меня бесит. Все, она улетела. Перепрыгиваем. Перепрыгиваем. Ух, пронесло. Залазим наверх. Раз, два, три. Ребята, я знал, что провалится под ним и упал. Перематываем в это место. Так, ребята, все, важный момент пошел. Так, давай, Валера, от тебя все зависит. Бамс. Все правильно, все правильно. Вперед и да! Мы прошли этот уровень. Молодцы, ребята. Справились с задачей. Давай посмотрим, что нас ждет в следующий раз. Но на сегодня достаточно. О, и роботы майнкрафтовские, и скелет, и... смотри, тебе вниз нельзя. Там вот эти штуки, которые под тобой рушатся. Тебе вообще почти никуда здесь нельзя. Ну, как пройти этот уровень, ребята, мы узнаем в следующий раз. Если вы, конечно, захотите. А для этого поставьте пальчик вверх и напишите: продолжайте играть в игру, которая зомби, Валерка и Вася. Приключения, да? Да. Да, отлично. Победители прошлого видео. На картиночке именно те, кто в прошлой серии правильно ответил на задание. Нужно было написать, сколько было ромашек. Ребята, отгадка такая. Ромашек в игре было целых три. Три. Не две, не четыре, не пять, а три ромашки. Все, ребята, которые первые правильно ответили на задание, на этой картиночке. Все остальные, кто правильно ответил на задание, получили лайк, сердечко от канала. Вы были на канале Папа и Дочки Геймс. С вами сегодня были Папа и Дочка Аришка. Хорошие денечки. С каналом Папа и Дочка. Всем пока!